дважды два. Пять. Смотрите, у нас игра командная. Что к соперникам как нужно относиться? Да мы их раскатаем. Вот. Три, два, один, поехали! Всем привет, это не Джордан и я, Юля Вдовиных, а также команда «Нефтяник». Сегодня мы все вместе закрываем баскетбольный сезон. 3, 2, 1, поехали! Я думаю, что вы уже поняли, что сегодня у нас будет необычный формат нашей программы. Мы устроим настоящее шоу. Готовы? Да. Начинаем. Готовы или нет? Да! Поехали, поехали! Итак, ну что, соответственно, со мной познакомились, как меня зовут? Идеально, спасибо большое. Сейчас с командами у нас все понятно, непонятно. У меня есть имя, у вас имя нет. Даю вашей команде 25 секунд, вашей команде чуть поменьше, 24. Итак, смотрите, придумать какое-нибудь прикольное, ржачное название для соперников. Все. Ваши соперники сегодня это раз, два, три... Лазанья! Лазанья! Аплодисменты команде! Так. Ваши соперники сегодня это... Раз, два, три! Панчары! Панчары! Опа! Видно командный дух! Итак, команды, важный момент. Вон там в углу обвешанный гирляндами человек, которого зовут Сережа. Он также диджей. Он еще судья, будет судить нашу сегодняшнюю с вами игру. Еще раз друг другу поаплодируем, поехали! Первый раунд. Разминочный, разогревочный, называется катаматограф. Что такое катаматограф? Есть предположения какие-то? Наверное, что-то кино. Да, правильно, отлично, любой ответ подходит. Плюс балл заработали. Сережа, пожалуйста, вот сюда передавай. Итак. Это фотографии котов. Фотографии котов? Правильно, это еще один балл. Сережа, пожалуйста, поставь команде. Так, вы в правилах разбираетесь? Красавчик, помоги! Спасибо. На экране за моей спиной появляется стоп-кадр из известного фильма, мультфильма, может быть, сериала. Даже может быть связано со спортом, скорее всего. Если у вас есть ответ, вы нажимаете на кнопку, она загорается ровно на 5 секунд. С кого начнем? Все поиграют в любом случае. Все, отлично. Я предлагаю начать круто, эффектно, феерично. Что для этого вам нужно будет сделать? Танцевать! Вам нужно будет сейчас под шквал аплодисментов, поддержку ваших команд, максимально эффектно пройти вон туда, в тот конец, под свет софитов. И обратно к кнопкам. Погнали! Приготовились! Первый стоп-кадр на экране. Смотрим, что это. Это... Правильно! Анастасия, благодарю. Итак, следующий фильм специально для вас. На экране у нас появляется это. Молодежь. Молодежка! Оу! Есть! У-ху!
Альбина, я тебе предлагаю сейчас вернуться на полгода назад. Давай по порядку. Смотри, чужой для тебя город. Неизвестные люди предлагают тебе поучаствовать в телевизионном проекте. Говорят: Альбина, надень, пожалуйста, платье. Приезжают, забирают тебя в неизвестном направлении. О чем ты думала? Я даже не могла представить, не было никаких мыслей, куда меня могут отвезти. Ну, каково это быть первой? Это было необычно, было немножко волнительно, страшно, но это было вообще прикольно. Что тебе больше всего запомнилось на съемке? Мне запомнилось, когда мы с Антоном, я делала эксперимент. Я вообще работаю с телефоном, но не с фотоаппаратом. Но было прикольно, он был очень тяжелый такой, надо было, главное, его не разбить. Вика, Катя, я вижу, вы прям хотите эффектно круто выйти. Давайте, с вас и начнем. Вас приготовились стоп-кадр. Это из какого фильма, мультфильма, сериала? Никто не подсказывает! Никто не подсказывает! Я, если что, могу подсказать. Итак, смотрите, про баскетбол фильм с мультфильмами. А, там есть Луни Тюнс. А, фильм называется «Космический джем». Правильно! Есть! Итак, суперфинал. Суперфинал. Мы приглашаем последних пятых участников. Пойдемте. За правильный ответ, так как это суперфинал, вы получаете не какой-то там один балл, даже не два. Сколько хотите? Сколько хотите? 22. 22. А вы? Достаточно. Достаточно. 3 балла тогда, раз не договорились. Итак, 3 балла за правильный ответ. Внимание на экран, смотрим, что это такое. Это... Коуч Картер. Правильный ответ! Есть! Алексей Геннадьевич, сколько за сезон пришлось пережить микроинфарктов? Так-то, по идее, ни одного, конечно. Кто чаще всего опаздывал на тренировки? Буквально пару раз. Это случалось один раз с одним человеком, второй раз с другим. По фамилии не будем называть, да? Зачем? Они сами знают. Дайте оценку нашей работе, насколько позитивное влияние оказывали на девчонок. Очень интересная программа, и самое главное, что... Она немножечко отвлекает нас от таких трудовых будней и позволяет обогатить нашу жизнь, это самое главное. Второй раунд. Вам нужно выбрать сейчас по одному представителю от ваших команд. Что у вас в руках или уже на руках? А, ручки! Правильно, плюс балл, совершенно верно. Раунд называется «Спина к спине». Что нужно будет делать? Вам вдвоем нужно будет отгадывать то, что все остальные будут вам показывать. Как в игре «Крокодил». Ура! Все слова будут на вот эту букву. Какая это буква? «Р». Правильно, плюс балл. А, руки у вас должны быть спереди. Первые подходим ко мне. 3, 2, 1, поехали. Коробка! Рога! Рога! Правильно. Рога. Рога. Все правильно, все правильно. Присаживай. Сейчас разберетесь. Сейчас разберетесь. Так, следующее слово вот это. Рот! Рот. Спасибо. Так, следующее. Ресницы! Ресницы, так. Ружье! Ружье! Давай вспомним наш хоккейный выпуск. Смотри, у меня к тебе такое предложение. Вот в этом сезоне мы, понятно, уже сыграли товарищескую встречу, она была баскетбольной. А представляешь, вот в следующем сезоне вам поступит предложение сыграть с женской хоккейной командой. Ты как капитан должна выбрать, кто будет играть с тобой в команде. Та самая великолепная пятерка и вратарь. Нападать пойду я, Ксюша Афанасенко. Вику Корсаков, потому что она быстро бегает, но там, понятно, бегать не надо, там надо будет ездить. Защищать нас будет Настя Алексеева и Альбина Хамитова, а на ворота я поставлю Иру Мукатаеву. Кто будет главным тренером? Давай Алексей Геннадьевича возьмем. Нет, не возьмем. Мы возьмем, знаете кого? Андрея Александровича Лазуткина.
Что тебе запомнилось с той съемки? Мне очень понравилось вообще прям. Я кайфанула настолько, что я потом еще не знаю сколько дней ходила под прямо эмоциями. Мне запомнилось твое эффектное падение. Падение самое лучшее, мне кажется, было. Его надо было просто вот на 20 минут эфира заполнить и все. Так, следующий, поехали. Рок, резина, резина, ролики. Ролики, правильно. Внимание. Приготовились. Поехали. Отлично. Жестко. Жестко. Красотка. Девчонки, а вы у нас принимали участие в съемках новогоднего выпуска. Рассказывайте, что вам больше всего запомнилось? Это было здорово, было такое предновогоднее настроение. Было весело. О, да, конечно. Я за как я могла такое забыть, что меня пустили на аттракцион. Это было очень круто, конечно. Карусель — это была мечта всей моей жизни. С рождения просто я вот как родилась. И сразу же начала мечтать, да, на каруселях, да, с лошадками. Так, спасибо большое, что вы нас покатали, развлекли. А чай от Снегурочки с печеньюшкой? Чай вообще волшебный, ты что? Девчонки, смотрели ли вы выпуски Джордана? Один. Какой? С Лизой. Просто потому что Лиза мне его включила. Нет, я смотрела «Быстрые перемотки», «Скорость на дом». Я смотрела все, честно. Но вот на перемотке, я поняла. Я быстрее разговариваю на перемотке, да? Ну, нам про баскетбол было, а про баскетбол я все знаю. И такая, типа... А там не было про баскетбол? Да, у вас нигде нету про баскетбол. Ничего. У нас программа вообще не про баскетбол. Сейчас вы будете отгадывать. Всех остальных я попрошу наручники надеть сзади. Играем точно так же, другая буква, буква... Н. Правильно. Три, два, один, первые, пошли. Нога! Нога, правильно, вот сюда. Дальше. Нога! Носорог! 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 Носорог, правильно. Носорог! Носорог! Хорошая тактика. Смотри на нее, смотри на нее. Нет. Упала и опять встала. Да, правильно. Я даже упала ради тебя. На эту... Вика, благодаря съемкам выпуска «Не Джордан» с твоим участием ты научилась стрелять из пистолета. Сегодня я тебе предлагаю перейти на новый уровень и научиться стрелять глазами. Готова? Да. Смотри, вот наш оператор. Стрелять глазами будешь ты в него, это сегодня твоя мишень. Итак, смотри, делаем полуповорот головы и плавно начинаем движение головой в сторону нашего оператора. Когда взгляд совпадет с его взглядом, напрягаем верхние и нижние века слегка и делаем вот так. Попробуешь? Стрельнула? Да. Расскажи мне, пожалуйста, что тебе запомнилось с того дня, с той съемки? Ну, конечно же, общение с Виталиной, и не часто пообщаешься с олимпийской чемпионкой, тем более, которая из твоего родного города. Я помню, что сначала я попадала не очень, но потом гораздо лучше, я даже там в 9,4 попала. Поехали, следующий раунд, самый нечестный, несправедливый. Грязная игра. Называется «Веселый сапер». Достаете из чаши одну бумажку, читаете то, что на ней написано, и объясняете своей команде другими словами. Без однокоренных. В чаше, чтобы вам было попроще, все слова связаны одной темой. Тема — это студенчество. Что-нибудь это помните про студенчество? Это было так давно, что... Три, два, один, поехали. Объясняем громко словами.
Там, где убираются обычно организации. Короче, убираются. Вот есть один день. Суббота. Да, правильно. Чашу толкаем, чашу толкаем. Да, все. И меняемся, меняемся. Так, делаем все то же самое. Объясняем словами, только словами. Куда мы оплачиваем? Общее, куда кладут оплачивают стипендии, откуда идет, из чего? Общее. Бюджет. Да, правильно. Пишем на четвертом курсе. Диплом. Дипломы. Курсач. Курсач, курсач. Сейчас утолкаем, сейчас утолкаем. Мы на них сидим. Стул. Парта. Стул. Нет. Ну, предмет сам называется. Ты ходишь на пары. Пары. Так, отлично, сейчас утолкаем. Быстрее, быстрее. Ксюш, я тебя хотела попросить пообещать мне, что в следующем сезоне ты всеми правдами и неправдами уговоришь тренера ввести в тренировочный процесс работу у станка. Ну как тебе такая идея? Посмотрел какого. Ну посмотрим, согласится или нет. Как доп. Занятия у нас будет. Так, ну-ка обещай. Я, Ксения Афанасенко. Обещаю, что мы будем работать у станка, но как на это посмотрит тренер, я не знаю. А чтобы тренер посмотрел на это положительно, сейчас ты должна продемонстрировать, как ты будешь презентовать такие тренировки. Угу. Давай. Позиция, ручка. Присели, ножку отвели в сторону. Присели, ножку отвели. Скажи, что тебе запомнилось с той съемки? У меня болели стопы очень сильно, было тяжело тянуть носок, стоять на носках, вот, самое тяжелое. Знаешь, что мне запомнилось? Танец маленьких лебедей. Позовем наших звезд, повторим? Естественно. Финальная тема. Раз у нас счет 1-1, финальная тема – это баскетбол. Итак, 3, 2, 1, поехали. Банка, банка. Плошка. Да. Ну, тут как бы это, вот когда мяч попадает не в само кольцо, а ударяется обо что он? Обдушку. Правильно, так. Обдушка. Тема, как называется? Не Джордан, Джордан! Словами! Олежка! Набросит, забил! Очко! Нет! Носок, носок! Скид, два шага! Лиза, скажи мне, пожалуйста, вот если бы, представим ситуацию, ты согласилась, да, на тату, мы набили тебе цифру 12. Вот друзья у тебя спрашивают: Лиза, а что значит эта цифра? Как бы ты аргументировала свой выбор татуировки? Вот сейчас пофантазируй. 12 месяцев. Лиза, что ты запомнила тогда с той съемки? Что больше всего понравилось? Может быть, какой-то момент именно вот прям запал в душу? Ну, конечно, это когда я сама пыталась сделать татуировку настоящую. Правда, не на настоящей коже. Но было круто, здорово. Мне понравилось. Давайте, какая команда лидирует громче? Название? Лазанья! Отлично! Лидирует лазанья. Итак, Панчары, вы выбираете, с кого мы будем начинать в следующий раунд. Раунд музыкальный, сразу предупреждаю. А кто у нас музыкальный? Играют все, играют все. Каким образом? Раунд называется «Не надо ля-ля». Поете как? Плохо. Идеально. Что нужно делать? Идеально плохо. Я показываю название какой-то песни. Мотив этой песни нужно исполнить для всех присутствующих, так, чтобы они отгадали. Кто отгадывает, меняет поющего, исполняет следующую песню. Нужно всегда напевать, используя одно слово, и слово это «хрю». 3, 2, 1, поехали. Хрю-хрю-хрю, хрю-хрю-хрю. Район квартал. Следующее. Хрю-х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 р
Да! Да, да! Музыка нас связала, отлично. Следующее. Это сложно! Я подхрюкаю, не переживаем. Так, поехали. Хрю-хрю-хрю-хрю. Правильно, вдоль ночных дорог. Отлично, меняемся. Хрю! Блин, подожди, это сложно. Все получится. Я помогу. 3-4 и... Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. А, думаю, у нас разные песни, оказывается. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Хрю-х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 р
Дополнительные 5 баллов сейчас получает та команда, кто скажет, какой самый... ладно, не 5, 2 балла. Какой самый лучший клуб на земле? Итальяне! Правильно, отлично. А самый лучший человек на земле? Сережа! Сережа, правильно, отлично. Плюс балл. Сергей оглашает счет. Неважно, на каком месте вы идете. Самая шумная, самая громкая команда, которая перерадует соперников, плюс 5 баллов. И после 4-го раунда со счетом 47-48 лидирует команда Панчари! Настя, уровень адреналина в крови во время полета на самолете тогда на записи нашего выпуска. По шкале вау-вау-вау. Вау! Вот так вот. Но у меня в какой-то момент просто не было слова. Ну, ты сидела за штурвалом, потому что поэтому мне было страшнее, я там летала по салону. А какие у тебя были ощущения, что ты тогда испытала? Вот это вот было чувство невесомости, когда мы резко стали снижаться, вот, и тогда вот ощутила вот это вот, как это, время полета, что ли, как они правильно называют это. Вот, было страшно. Слушай, у меня остался вопрос, все-таки тогда тебе передали управление штурвалом или нет? Да, ну да, но на короткое время, потому что я, скорее всего, побоялась взять эту ответственность на себя. Ну, действительно, летят сзади люди. Там Юля сидит, да, как да, бы да. Не взять. Да, да, да. И то есть я как бы почувствовала, как мы летели. То есть я повернула направо-налево, вниз, наверх. Вот, и мне этого хватило. Финальный раунд. Вперед, вперед. Раунд называется «Чужие руки». Вот. Итак, смотрите, все очень просто. Вам сейчас нужно будет взаимодействовать таким образом, как будто вы один человек. Вы используете все, кроме собственных рук, вы используете только руки. А разговаривать друг с другом нельзя. Вам нужно будет показывать слова, которые будут у меня здесь. Время на все про все ограничено. 1,5 минуты. Отгадывайте только вы. Как только прозвучит будильник, вы можете присоединиться, тоже отгадать 2 балла дополнительных заработок. Жара, правильно, дальше. Комары. Тренер можно было официально поменять. Мороженое. Так, дальше. Шорты. Следующее. Семечки. Арбуз. Правильно, дальше. Топик. Завязки. А, это купальник. Купальник. Алексей Игнатьевич, супер просто. Тихо. Аллергия на пыльцу? Лето. Пух. Какой? Тополиный пух! Так, правильно. Катя, да. Как ты думаешь, тогда во время записи нашего с тобой эфира, какое расстояние операторы прошли спиной вперед? А мне кажется, 2 часа они шли точно спиной. Думаешь, сколько это шагов? 5000 шагов. Ну, норму не выполнили, да, дневную? Не-не. Надо в следующий раз больше, да, пусть ходят. Да. Запомнили, да, ребят? Все, в следующий раз ходим больше. 10 000 шагов – это минимум. Что тебе запомнилось вот с того долгого дня? Вообще, мне больше всего понравился музей Эрмитаж Сибирь. Мне прям понравилось, когда вот мы ходили, гуляли, картины. Я думала, что будет не так интересно, но там есть на что посмотреть. Все-таки питерский менталитет, да, взял вверх. Да. Ну еще, конечно, когда мы кушали и играли в домино. Тема профессии. Да, уж лучше билета. 3, 2, 1, поехали. Фотограф. Вау! Правильно, фотограф. Футболист. Правильно. Парикмахер. Парикмахер. Стоматолог! Да. Так. Танцор! Да, правильно, дальше. Правильно. Пилот. Пилот, дальше.
Давайте играть в это каждый день. Таскает строитель. Грузчик. Грузчик. Все раунды мы с вами сыграли. Смотрите, когда судья огласит результаты, команда, которая у нас сегодня побеждает, радуется как не в себя, кайфует, может издеваться над проигравшими, делает что хочет вообще. Команда, которая проиграла, сильно расстраивается. Нужно прям отыграть, прям слезы, расстроиться, капец. Нас еще панчары назвали. Можно так будет расстроиться, например. Сегодня вечером чемпионом со счетом 69-67 становится команда «Лазанья!» Чего? Ничего страшного! Да еще свое возьмем! Еще один! Конечно же, победили сегодня все, потому что главная задача, так как у нас главный приз, это шикарно ничего, а главное было просто весело провести время, кайфово. И теперь я приглашаю вас пить чай! Девчонки, большое спасибо вам за этот сезон. Я благодарю команду 12 канала, которая работала со мной. Мне кажется, мы все вместе сделали классные выпуски, не Джордан. Ну, у меня на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Пока-пока! Нашел, пожалуйста, Сережу добавь. Итак. Просите? Да, конечно. Сережа, тогда у них забираем, мы им отдаем, пожалуйста. Да. Они попросили. Можно, пожалуйста, второй сезон? Просьба от игроков нефтяника. Нет, Джордан. Как правильно там? Нефтяни! Нефтяни!